1 сентября купить алкоголь оказалось можно. Сотрудники Министерства торговли вместе с полицейскими провели рейд по набережной Владивостока. Официально продажа в этот день запрещена. Но участники проверки узнали, что местным предпринимателям закон не писан. Продают запрещенные напитки без вопросов. Ну что, расскажите, вам удалось купить пиво сегодня уже второй раз. Почему это происходит? Ну, к сожалению, предприниматели не совсем знают о новых законодательствах, вступившем в силу, что в День знаний и на общественные мероприятия алкогольная продукция запрещена к продаже. Продажа полностью запрещена на территории всего Приморского края. Исключение – общепит, где бутылки обязательно вскрывают на вынос. Но, как показывает опыт, торговать продолжают вопреки правилам. Как следствие, получают заслуженные наказания. Как правило, рейды у нас заканчиваются составлением административных материалов, в том числе изъятие алкогольной продукции. Жители к сухому закону относятся по-разному. Сегодня 1 сентября, официально продажа алкогольной продукции на территории Приморья запрещена. Скажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь? Отрицательно. Не могу объяснить, почему. Потому что подростки купят в магазинах придомовых паленый алкоголь. Лучше бы они пили в специализированных магазинах, меньше было бы отравления. Ну, решили бы, пусть будет. Как бы я не против, и пусть так будет. Нельзя в такой день пить, а то все напиваются обычно, старшеклассники. Без разницы, могут продавать, могут не продавать. Когда нужно будет, в принципе. Я бы заранее закупился, если бы надо было. Если бы знал, что такая новость. Веселая. Жители и предприниматели Приморья пока еще не привыкли к новым правилам. Большинство даже не слышали о таких ограничениях. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.